На конкурс дети читают стихи. Лабиринт.ру. Илларионова Полина. 8 лет. Эссела. Самуил Маршак. Не и ни. Не рассказывал смоленский паренек. В нашей школе деревенской шел урок. Проходили мы частицы не и ни. А в селе стояли фрицы в эти дни. Обобрали наши школы и дома. Наша школа стала голой, как тюрьма. Из ворот избы соседской угловой к нам глядел в окно немецкий часовой. И сказал учитель фразу: «Дайте мне, чтоб в ней встречались сразу ни и не». Мы взглянули на солдата у ворот и сказали от расплаты: «Ни один фашист проклятый не уйдет».